Мы находимся на обычной автобусной остановке в Норвегии между городом Тау и городом Ставангер. И вот как выглядят автобусные остановки в Норвегии. Мусорник. Все очень чисто. Расписание автобусов. Чистота и стерильность. Место, где можно переждать. Все очень чисто, красиво. На стене расписание автобусов. Также здесь находятся туалеты. Можно пойти сходить совершенно бесплатно в туалет. Все чисто, аккуратно. Мусорник, который работает на солнечных батареях и сигнализирует сам, когда он полный. Вот он, загнивающий запад.